Нам новый подарок прислали. Слышите, ребята? Маша не слышит совсем. Маруся, вы слышите? Зазвездили, что ли? Идем сюда. Вы слышите, мама? Буржуй, ты не один? Молодец. Вот у нас земля комсомольская лежит. Госпиталь после восстанавливается после тяжелого ранения в Питере. И вот он вам прислал. Ну вы так-то уж не налетайте на меня. Давайте спокойнее. Вот он жене позвонил, сказал: привези мишкам икры красненькой. Да? Вот. Потому что такое непростое время. Ну ты прям с чашки, молодец, Маша. Такое время, говорит, непростое. Медведи действуют как психологи. Помогают. А вот он, наверное, каждый день, говорит, смотрит. И сразу хорошо становится. В том смысле, что легче. Медведи у нас добрые, добрые. Говорят, что жить в мире и согласии можно всем. Ну, Маша, дай народу. Вот. От Николая Буганец. Его фамилия, а зовут Коля. Ну, вот как это самое, ребята. Все. Вот что-то не съешь, буржуин. Быстро самая хитрая. На, забирай. Ложка-то тебе зачем? По носу дать. Ой!